Те, кто думает, что они никчемные, не слушайте врага человечества. Те, кто думает, что они никому не нужные, перестаньте со стола дьявола кушать. Сделайте над собой усилие и обратитесь к живому Богу. Те, которые ходят в разочаровании и непрощении, поговорите с Ним о том, что болит, что накипело. Попросите Его прийти в то, что наболело. Отдайте Ему все обиды и потери, и Он это все превратит в победы. И горы понизятся, и превратятся в равнины, и ноги омоет вам, и хлеб преломит. И будете посвященными в тайны великие, и на свое сердце совсем по-другому посмотрите. И будет Он выстраивать, как по кирпичику, здание, в котором Он поселится, и эта обитель колыбелью Его любви станет в вашем сердце. И исцелятся раны, и душа станет целостной, и отрезвится разум, и возродится тело, и предстанет пред вами образ Божий, по которому вы созданы, и начнется процесс фундаментальный преображения в подобие Иисусова.